якщо подивитися на те, що відбувається зараз на болотах, то, схоже, росіянам вже не місце і в своїй країні. Вірніше, Кремль просто доводить їх до тотального зубожіння. І ось віце-прем'єр Дмитро Патрушев дав уряду навіть 2 тижні на те, щоб стабілізувати ціни в магазинах, бо росіяни вже почали красти навіть вершкове масло. Але ось тут увага. Громадяни Федерації, знаєте, що кажуть? Вони, в принципі, готові і це потерпіти. Як то кажуть, people's have. Адже головне – це перемогти у СВО. І тоді ціни повернуться. На всі продукти все подорожало. Дуже сильно помітно стало. Прямо як год різниця. Дуже помітно. Подорожало. На все. Чому у нас війнушка йде, взагалі-то говоря. Как-то ж, надо ж вас там баланс пополняться. Государственных. Медицинские услуги на медицинские препараты. Вот видите, у меня пачка глутатиона, она раньше стоила 5 тысяч, а я сейчас купил за 10 тысяч рублей. Потому что деньги все на СВО уходят. И поэтому повышают. А денег тоже, хотя нет денег. Мы не должны выиграть обязательно. В любом случае. Сначала выиграли, потом цены будут другие. Як вам? Напишіть у коментарях. Бо є на болотах і ті, хто вже втомилися терпіти. Ну і вони продовжують скиглити та нарікати на владу. У нас вот такая вот картинка, вот такой вот дом. Восстановить пока не можем. И это боль, больная, потому что на самом деле мы считаем, что это не сильно справедливо, что люди, у которых есть доля жилья, вот в другом жилье, они не имеют права на компенсации, на выплаты. Потому что приобретался этот дом по закону, налоги платились по закону, мы были послушными людьми, мы делали все как надо, а вот оказались в такой ситуации, и как с этим справиться, но пока мы не знаем. Пока это вот так. И жить мы будем зимовать у своей мамы. Выживаем, как можем. Стоп-стоп. Тут маю уточнити, що взагалі відбувається. Пам'ятаєте, як у російському Орську цієї весни сотні будинків пішли під воду? Тоді, до речі, з'ясувалося, що греблі за мільярд прогризли бобри. Ну, ви маєте це пам'ятати. Ну, але якщо ні, нагадую. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут же народу просто. Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. Ну, у тебя дом просто в воде весь. Вообще, его нету совсем. Вот он. Забирает тебя? А? Вот она, ваша улица, Саша. Ну все, они все дома у вас уплыли. Вон, смотри, там дом перевернул. Так от, тепер людей, які залишилися без свого житла, як це зазвичай буває на Росії, просто кинули. Представители инициативных групп, пострадавших от паводка в Оренбургской области 24 года, который носил характер ЧС федерального масштаба, благодарим вас за то, что поручили правительству разработать поправки в законодательство для помощи всем пострадавшим на основании норм социальной справедливости. Также уведомляем вас, что принятые поправки в текущей версии противоречат статье 19 пункта 2 Конституции и статье 42 Конституции Российской Федерации, а в частности нарушает незыблемый постулат равенства граждан по имущественному признаку и нарушает право на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением. Просим вас помочь в решении проблем с выплатами на капитальный ремонт или утрату жилья всем пострадавшим на основании права собственности. Мы требуем справедливости! Не положена выплата на капитальный ремонт. Нам отказали в выплате на капитальный ремонт. Не положено. Нам выплата не положена. В выплатах нам отказывают. Ничего не можем. Нам отказываются в ремонте. Сейчас вынуждена также просить компенсацию. Але усім їм навіть на думку не спадає, що влада з ними так себе поводить, тому що вони покірне стадо рабів. Ну і вони дозволяють так з собою поводитися. От і все.